Друзья, привет! Вот собрались мы только погулять на улицу с Леной, пойти. Хотели мы вообще поехать в город, в Аланию, но тут, откуда ни возьмись, такой вот дождик появился. И, ух ты, грохочет! Нереально просто! И гроза такая сильная. Вот, хорошо, что мы не вышли. Вот это град долбит. Очень сильно похолодало, но я просто вышел сейчас на балкон, я был в футболке, было даже тепло, очень даже жарко было в квартире. А вот сейчас вышел, уже пришлось кофточку одеть, и ну наверняка сильно похолодает сейчас, потому что такой сильный град идет. Такой погоды за всю зиму не было ни одного дня, вот сейчас первый раз. Вот и лето наступило. О, градины лупят. Аж прямо сюда залетают, в квартиру. А мы собрались такие с Леной, оделись в футболочку. Сейчас бы мы там повеселились на улице. Ну, где-то прятались бы, конечно, но было бы приключение. Скачивайте вот такую программку RainView. Вот показано Махмутлар. И красным вот эта вот гроза как раз она и была. Здесь можно смотреть в реальном времени, как двигаются облака. Друзья, привет! Привет! Рады, что вы снова с нами на канале «Есть как есть». Мы сегодня хотим с Леной зайти в мебельный магазин. Мы хотим себе купить диванчик небольшой. На балкон, раскладной. Если мы что-нибудь найдем себе, мы обязательно купим. Но показать вам обязательно покажем мебель. Сегодня мы зашли вот в такой вот магазин. Называется он «Скандинавиан интерьер». И находится он на D400 по дороге. Вот как ехать в Аланию. Тут все вот эти мебельные салоны, вот они один за одним и стоят. Лена уже что-то нашла. 19,90 стоит, но такое интересное. Нам... То ли диван, то ли кресло, непонятно. Нам такой, конечно, не подходит. На нем можно... Ух ты, он еще и крутится. На нем можно даже лежать. Но спать на таком никак. Да, мы хотим для гостей купить. Это знаешь что? Это кресло для двоих. Да? Да. Ну-ка, кайфанем. Стоит 19,90. 20 тысяч. Это получается... Ну, чего? 1000 евро стоит. Да. Офигеть. 1000 евро стоит вот такое креслице. Рыжая. Рыжая и абсолютно бесстыжая. За 1000 долларов я такое... За 1000 евро даже. Вот такое кресло за 1000 евро я не готов покупать. Здесь много всяких дизайнерских штучек. Вот, например, смотрите, такие человечки. Или вот такая деревянные. Полка, или вот такая полка, которую можно Воду разделить, people. Например, комнату, да? Зрительно. Разделить, например, от кухни отделить или еще. Да, кстати, для интерьера очень интересно. Она и прозрачная в то же время. И в то же время сюда можно поставить полочки и будет какие-то вазочки отделить. Мне еще нравится, вот здесь очень много столов из дерева. Еще так интересно сделаны они, так вот. С рисунком рифленые, чтобы не скользко было. Таких столов очень много, кстати, здесь. А еще тут интересные такие картинки, которые как 3D. Ну, давай покажем. Смотрите, вот про эту картину Лена сейчас говорит. Да, такая как в перспективу. 3D получается картинка такая. Да, вот таких деревянных очень много разных здесь. Человечков. А еще мне понравилось. Картины, да, вот интересные. Очень большие, они огромные. Вот для интерьера я сейчас что покажу. Кстати. Ну, креслица, да, 20 тысяч. Вот такое кресло.
Ну, как-то здесь скандинавские цены тоже, по-моему. Не то, что не только скандинавский стиль, но и скандинавские не на все, цены. Не на все. Вот эти интересные. Но они все одинаковые здесь. Стоит 950. 950 лир это 45 евро получается. Вот такие вот штучки для интерьера. Интересные тоже, но определенного рода интерьер должен быть, чтобы такую поставить. Вот эта картина мне понравилась. Но это просто принт. Но диваны дорогие. Вот 22 тысячи, 22 700. Такой диванчик стоит. Этот диван рядом побольше немножко. Он стоит вообще 26 700. 13 тысяч вот эти столики. Ну, я... Как-то цены, да, не турецкие. Вот такие симпатичные. Жирафики, да, да, классные. Стоит 2100. Нормально, 100 евро. Да. 100 а евро. Еще смотри, какие штучки. Вот такие жирафики. На стене. А, вот это интересное. Разные-разные такие фигурки. Люди. Я знаю, откуда эта тема. Лен, в Таллине наподобие сделаны вот такие фигуры в батарейной тюрьме. Сейчас из нее сделан музей. И вот такие вот фигуры. Очень много вот таких вот интерьерных штучек. Вот такие вот автомобили металлические. Сейчас посмотрим цену. 1440. Ну, 60 евро стоит такая машинка. Автомобили все в Турции дорогие. 1100. 50 евро. А пожарная? Пожарная, интересно, сколько стоит? 1280. Ну вот, допустим, вот такой вот диван серенький, угловой. Сейчас посмотрим. 39 тысяч. 39 тысяч у него цена. Мираба. Мираба. Насасын. Чокием. Чокием. Ама. Интересные такие лампы, смотри, Лен. Угу. Классные. Не тукнуть бы их одну об другую, чтобы сразу же не купить, потому что цена здесь тоже явно скандинавская. 14 тысяч стоит стол. Угу. Стол никакенный. Мне не нравится. Просто пластиковый какой-то. Мы вот такой вот диванчик с Леной выбрали, но... Цена, конечно, здесь тоже по-скандинавски не демократичная. Но сейчас посмотрим. Вот он очень подходит, в принципе, нам. Сейчас женщина откроет и покажет нам, как он открывается. Вот то, что нужно, да, Лена? Как ты скажешь? Ну, ложись, прикорни немножко. Да, кстати, очень хороший. Вот такого плана диван мы и ищем. Полноценная кровать получается для двух худеньких человек. А у нас все худенькие. Да, очень хороший. Да. Цвет только нужно другой. Не коричневый, а серый. Коричневый тоже подойдет. Вот такого плана будем искать диван. Такая кровать есть двухспальная, целый комплект, стоит 74 тысячи. Еще дополнительно. А, это те, которые у нас, да, тоже. У нас просто другой шаг, по-моему. У нас
14 500, кроватка 180. Кровати очень много всяких. Тут есть вот такой вот комплект. Стол со стульями. Цена у него 11 200. Интересно, это стол со стульями или это отдельно стол? А, нет. Стулья еще каждый. Каждый стульчик стоит по 6 200. Ну, тогда очень кучеряво получается это. А еще здесь есть такие классные панели. Можно на стену приделать. Они вот такими вот под дерево, вот такими блоками идут. Можно заказать, и тебе сделают, как ты хочешь, под твой интерьер. Ну, нужно тогда спросить, сколько стоит одна такая панель, или сколько стоит квадратный метр, потому что люди совершенно не поймут. Но это просто дерево. Это чистое дерево, это крашеное дерево. Ну, очень красиво можно сделать. Вот так вот с тумбочками. Посмотрите, как смотрится. Примерно получается. Это евро, 450 евро. 450 евро, погонный метр, метр этой стены, да? Да. Но туда еще входит монтаж. То есть не только вы купили, мы вам отдали. Нет, туда мы и монтаж есть. То есть ребята понятно. Монтируют. Хорошо. Да, вы меня снимаете. Спасибо. Смотрите, какая интересная картина. Планеты. Девочка с шариками стоит. Шарики такие, планеты. Очень интересная. Вот эти картины еще такие интересные. Триптих. Лена нашла подушечку. Вот эта штучка. Это, кстати, к нам в Таллин подошло. Вот под наш интерьер. Мне так нравится вот эта вот вязаная. Но это ручная работа, мне кажется. Знаешь, сколько стоит? Вот это? Сколько? 150 лир. 150 лир? Да. Так покупай. Обязательно. Вот эту я хочу. Так, все, давай. Давай, 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 давай. Снимаю. Скажите, эта подушка, это ручная работа? Ручная, да. Угу. И она одна, единственная? Угу. Единственная, вообще единственная в мире, наверное. Наверное, да. Потому что это человек. Ох, Лена, она еще с другой стороны такая красивая, посмотри. О, мы нашли для себя. Нравится, да? Да, очень нравится. Классная. Посмотрите, какая классная подушка. В Таллин поедем. Интересные картины. Но вот эта картина, это уже тоже ручная работа. Стоит 450 лир. Недорого. Вот это тоже. Очень красивая. Очень красивая, интересная. Не знаю, сколько она стоит. Но это тоже картина. Это не принт. Очень много разных для интерьера. Сейчас получается, конечно, в контровом свете с этой стороны. Очень много всякие такие слоники. Всякие вот эти вот ретро-автомобили, маски. Очень много. Для интерьера такие вот цветы есть. Смотрите, какие, да, интересные кресла такие. Волосатенькие. Удобно тебе в них? Удобно. Сразу представляешь себе, нужно белый песок и пальмы. Ну, пальмы есть, песок белый не совсем здесь, но все можно устроить. Можно такой на балконе поставить. Смотрите, какой интересный слон. Он металлический, очень тяжелый. И стоит он 4000 лир. 4000 лир, 200 евро. Некоторые вещи очень, да, дороговаты. И здесь есть холодильники для вина. А еще здесь есть очень красивые салфетки на стол. Прямо они такие качественные, плотные. Они очень плотные, да. И разного цвета. И красные, и черные, и бежевые, и серые. Вообще очень, очень мне понравились. Ну такие. Цены сразу нету, да? Чувствуется, что вот качественные такие. Много интерьерных вещей, очень много. Смотрите, какое интересное кресло. Такое 17 200, правда, стоит. Тоже не очень дешево. Но это из натурального материала, я вижу, оно сделано. Такое прям аэродинамическое. И даже есть чем,
чем его проверить и проветрить. Эта штука такая, это сдувать листья с дороги. Это, наверное, в комплекте, чтобы сдувать листья изнутри оттуда, из этого кресла. Вот тоже диванчик симпатичный. 22 690. Смотрите, какие грили здесь продаются. Это очень классная тема, это хорошая фирма. Слушайте, он маленький такой, качественный, его даже можно на балкон. О, смотри, он так складывается, с собой брать куда-то в машину, поехал, удобно здесь готовишь. Ой, какой классный. Все, реклама принята. Реклама этого гриля принята. Здесь очень много разных. Есть даже тоже огромные просто такие. Вообще, это профессионально. Это какой-то тяжелый. 33 900 стоит. 33 900. Это газовый гриль. И вот здесь вообще такой огромный. Здесь цены не видно. Мы сейчас зашли с Леной в Кучтаж, и я хочу показать вам такие вещи, которые могут отдыхающих кого-то заинтересовать. Это вот такие вот доски и лодочка типа пайдарки. Лодочка стоит 7590, а вот эти доски стоят синяя 11490, вот такие вот, и красненькая, сейчас посмотрим. 12 900, наверное, все-таки разница есть у них. Да, вот эта вот красная, она более качественная, она побольше немножко. Вот такие цены. А, классно, смотрите, 8 490 стоит вот такой вот. Это возле бассейна можно поставить вот такой душ, и можно и душевую душ включить, и ноги мыть, краник есть, классная тема. Кстати, в Кочетаже очень много вентиляторов. Вот такой вентилятор есть. 1290 стоит. 790 у нас в Таллине наподобие. Наподобие этого, только покачественнее, потому что это такой пластиковый, покрыт, как будто бы он металлический. У нас прям металлический такой. И очень нас устраивает. В Таллине у нас наподобие есть. И есть вот большие вентиляторы. Скоро будет жара, так что пока что они есть. 1290 стоит. И маленький 799. По-моему, они неплохие. Есть еще вот такие вентиляторы. 1990, 1299 и этот 999. Вот такой самый простой. Но может быть, он самый лучший окажется. Вот, кстати, лампа с вентилятором. Для Турции самое то. Стоит она 1099. Еще одну вещь я вам хочу показать. Мы сейчас покупаем вот такая вот стабилизатор напряжения. Мы все время помним об этом. И когда приходим в магазин, всегда забываем. Здесь в Турции очень часто напряжение прыгает. И мы себе решили купить такие вот штучки. Три штуки возьмем. Стоят они 169 лир. Сходили мы в магазин. Не нашли мы диван. Ну, у нас был не шопинг, а зыринг. Зыринг, как Лена говорит. Зато купили вот такие вот стабилизаторы напряжения. Мы давным-давно их хотели купить. Ну, вот эти прилично выглядят. Поэтому мы их взяли. Говорят, что они нужны. Не знаю, до этого все нормально работало. Но постоянно же вырубается электричество и включаются генераторы. И в этот момент это как бы не очень хорошо для электроники, для техники. Поэтому... все покупают вот такие штуки. Ну, здесь все такими пользуются. Мы решили тоже воспользоваться. Вот взяли три штуки. А Лена теперь счастливая обладательница. А у меня теперь подушечка есть. Подушечки. Классная подушка, кстати, вообще ручной работы. Я удивляюсь, что такая вот прям связанная. Смотрите, как сделано классно. А еще здесь, смотрите, как она вот такими прямо веревочками завязывается вместо пуговок. Такая прикольная вообще. А по цвету прям вот просится к нам туда, в Таллин. Ну, мы ее и заберем в Таллин. Да. Классная. Классная. Очень дешевая была. 150 лир. Я вообще удивляюсь. Евро. Вот
такая работа, да, вот это вязать крючком или чем они там вяжут, ну, блин, вообще. Сказали, это единственная, единственная такая ручная подушка. Работа, да, она была одна. Эксклюзив. Ждала. Всем счастья, добра, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки и пока. И комментарии пишите. Пока.